Ну что же, дорогие друзья, зрители и подписчики могут на своем Амуру, и сегодня мы играем такую увлекательную игру, как Майнкрафт. Ностальгия. С прошлой серии изменилось очень многое. Как и обещал, я сделал небольшую платформочку для дома. Да. Сделал чуть больше сундуков. И подготовил немного рецептов крафта. Также я большую часть времени в шахте. Ресурсы, такое количество ресурсов я имею на данный момент. Тут находятся все те ресурсы, которые я выбил с мобов, и также Ultimate Bow. Так, я выбил его с какого-то козявника, а теперь он зачарованный, и то есть у него очень офигенные чары, и буду я бегать с ним, вот у него бешеный дамаг. Следующее, я сделал такую небольшую платформочку, но все равно посадки топчутся, и почему я не знаю, хотя, допустим, если я буду вот здесь вот даже прыгать, то они не должны топтаться. Закончилась провизия, и я вынужден сейчас питаться хлебом. Давай сейчас переработаем весь алмаз, все, ой, блин, алмазный блок в алмазы. Я накопал немножко обсидиан, благодаря моей эмеральдовой кирке, видите, ей, как видите, ей осталось мало жизни. Сейчас сделаем себе шевально. Да. Шевально мне очень не хватало. Шевально и да, ачивку мне дали. Хорошо. Положим алмазы в сундук. Следующее, что мне хотелось сделать. Так, давайте я сначала поставим и зачаруюсь немного. Вау! Невероятная удача. Я зачаровал кирку на удачу 11 на первый уровень зачарования. Хотя у меня стоит инчайник. Прикольно. Давай, чинись. Ты реально починиться не можешь. А, странно. Раньше вещи чинили. Давайте на восьмерочку зачарую хотя бы. О, тебя почему? Странно, вы не читились. А странно. В любом случае, вы не читились. А, как мы. Нет, не чинитесь. Давайте хотя бы. Как мы зачаруем хотя бы на днёрочку все, чтобы было. Однёрочка. Так, на день и все. Следующее. Моя лопата уже тоже почти закончилась. Топор. У меня есть алмазный топор, которым я рублю эти деревья. Потребуется гигантский просто мне количество угля. Для того, чтобы запитать этот генератор. Сейчас же я перейду на альтернативный источник энергии. Это солнечные батареи. Скрасить они таким вот образом. Давай сейчас их скрасим. Надо все забрать из сундука. Я подготовил такие большие ресурсы. Так, давайте сейчас скрафтим. Генератор, 3 стекла, угольная пыль и электросхема. Угольная пыль, сейчас покажу, как делается. Угольная пыль, она просто дробится в дробилке, вот она. Цариаторе, дробители, дробится обычный уголь, и получается древесная, пыль угольная. Так, солнечные панели мы сделали. Следующее, что нам сделать надо, это батбокс. Батбокс — это самый первый хранитель энергии, который я впоследствии, энергия мне впоследствии, короче, понадобится. Накопи это. Давайте используем генератор. И положим его вот сюда, допустим, вот сюда вот. Используем батбокс. Угу. Так. Я очень сильно надеюсь, то, что. Хотя не уверен. Вот так вот его поставим. И поставим на него солнечную панель. Теперь ты должен запитываться. Энергия пошла, и теперь обычный медный провод поставим. И по идее должен запитываться. О! Да. Запитывается дробитель. Хотя очень мало энергии. Этой энергии не хватает, поэтому я вынужден поставить. Нужно больше солнечных панелей. Вот так вот. Следующее, что хочу сделать, это железную печь. Железную печь, по-моему, она не железная называется, а железную печь
По-моему, у меня какой-то крафт железной печи. Да. Я был прав. Крафт железной печи. Я хочу сделать... как это называется? Электропечь, да. Еще более горячие новости. Прикольненько. Она запитывается от бокса. Ха, а я думал... ну да, генератор тут стоит. Вот, теперь мне не придется пережигать уголь таким вот образом для генератора. То есть мне эти печки больше уже не нужны. Угля теперь навалом, скажу так. Следующее, что хочу сделать, это сделать себе, во-первых, механизм, сейчас, электропила и электро... электропила и бур. Бур мне нужен для добычи ресурсов. Так, идем туда, так вот, и по бокам закаленное железо. Шахтерский бур. Посетить дантиста. Прикольно. Теперь три алмазика. И из обычного бура делаем продвинутый. Значительное обновление. Теперь поставим это все заряжаться. Пока все так зарядился. И это зарядился. Надо сейчас скрафтить алмазную кирку. Минеральную. Да, изумрудную, да, изумрудов. Изумрудов. В принципе, мне тут... Да, хотел показать то, что мне вот эти все выпали вещи, там, железная кирка. Ну, по мелочи так, из, как, боссов. Так. Сделаем сейчас изумрудную кирку, и надо зашивать ее по-хорошему на какой-нибудь высокий чар. Вот. Удача. А, не могу. То есть книги... Тонкий такой намек. Тех книжек не хватает. Ха. Я понял. Не получится, надо будет подготовиться к следующей серии. Сейчас. Тогда у меня приоритет появился. Сейчас я кое-что сделаю. Отложим это в сундучок. Тогда я сделаю покебол. Покебол. Окей. Нет, по-моему, не так пишется по-английски. Вот, покебол. Кнопка, ну, то есть два камня. Там всего по мелочи надо, то есть. Давай, переплавляй, так, хорошо. Дробится, дробится, дробится. Здесь есть, ага, накопилось так. Электропила, все есть, хорошо. Следующее, что нам надо, что я хотел показать, это то, что я сделал наверху. Во-первых, я поставил меточки для карьера, то есть вот, карьер будет расположен у меня под домом, и то есть он у меня получится как летающий. Для начала я выкопаю, а потом заполню все это пространство коблстоуном, который мне выпадет с карьера. Так, я здесь все заготовил. Железные шестеренки. Железные шестеренки делают таким вот образом. Каменные шестеренки делаются из деревянных и каменных, а деревянные, в свою очередь, делаются из... просто дерево. Я показал. Возьмем золото и сделаем себе золотые шестерни. Четыре штуки. Блин, это я сделал зря. Дальше идем. А также вы можете заметить то, что я сделал полностью изумрудную броню. У меня изумрудов стало много, поскольку я больше чем времени хваюсь в шахте. Таким образом мы делаем сейчас золотые шестерни. Да, шестерни. И сейчас сделаем себе карьер. Чтобы копать. Я не помню, как они ставятся на самом деле. Ну, что-то наподобие этого, что ли. А, нет. Давайте попробуем вот так вот. Да. Извиняюсь за тупство. За нубство мое. Ну давай что. А, вот карьер. Ачивка должна быть. Большое пролагивание. И пойдем собирать метки. Метки, кстати, красятся из красного факела и лазурита. В принципе, ничего такого. Нам было показано то, что у нас заспавнился карьер. Что, простите? Ладно, у меня леса сбились. В принципе, запитывать я буду его на нефти. Самой нефти. Что, простите, что?
Я не понимаю, у меня залагалась карта, может быть. Скорее всего, да. И карьеру я переставлю после, но... Я не понимаю, почему так-то? Почему у меня леса вообще пропали? Я их вообще не ставил, я забыл метку, что это поставил. Уже серия обрывается, так. Сейчас по-быстрому сделаем, так, леса, где леса? Леса, вот они. И поставим сейчас все лузыри. Я хотел бы запитать сегодня в этой серии хотя бы карьер. Хотя бы. В этой серии я буду его заниматься его запиткой. Запитаю его по полной. То есть он у меня будет работать уже в режиме так. Здесь у меня стоит маркер. Во-первых, уберем карьер. Так, нет, где? Вот все. Мне хотелось бы тебя сейчас терять. Ты очень нужен сейчас. Так, мой маркер. И один, который не поставился какие-то почему-то, я не знаю. Я ставил карьеру, это я точно помню. Я сделал эту каемочку вокруг лесов, а леса нижние остались. На этот раз я вроде забрался, поставил этот маркер и... Ну, вроде работает. Сейчас вроде работает. Сейчас поставим карьеру, посмотрим, как это будет. Надеюсь, у меня не зафейлюсь на этот раз. Карьер. Ставим. Выпадает маркер, раз. А, ну теперь вроде есть. Уже хорошо. Он пишет, что карьера на 25 чанков. Ой, какая нагрузочка на мою оперативку-то будет. А, прикольненько. Так. Максимальное приближение. Собираем эти меточки и идем дальше уже. Сейчас мы... А, да. Вот. Это булыжник, это я ставил, я заколупывал всю воду, которую у нас есть там. Меточки собрали, идем дальше по сюжетке. Давайте приземлимся аккуратненько. Оп, хорошо. Хорошо. Следующее. Ужарился булыжник, да. Ужарился булыжник, делаем две кнопки. Дальше что у нас кнопка делается? Настоящий сигнал, блок сигнал. Так. Два угля, три редстоуна, то есть 6 редстоуна и 6 железа. Дальше нам нужен, насколько я помню, я не помню, да. А еще и угля. 4 угля, то есть. Все хорошо. Сейчас скрасим себе покеболы, и я покажу, зачем они очень полезные. Это отдельный мод, он нагружает здорово. А, это древесный углубин. Я тупанул вас. Да. Не угол получилось. Раз, два, три, четыре. Так. Угля есть. Уголь есть. Так. А, да. И кто бы хотел узнать, как делаются леса, сейчас покажу я. Очень просто. Они три дубовые доски и палка. Так. Кибол я сделал. Так, дальше следующее действие. Это идем к корову. Я сделал небольшой платанцу тростника для того, чтобы было. Так. Так. Небольшое пролагивание. Извиняюсь, если что. Просто запуливаем покебол в корову, и у нас получается корова в покеболе. Следующая корова. Коровья. И все. У нас есть две коровы в покеболе. Я могу дальше этих коров повырезать, потому что они мне больше не нужны. У меня есть покебола. Также можно их вытащить отсюда. Я считаю, этот мод... Но немного читерно. Поскольку позволяет нам перетаскивать всех мобов, вне зависимости от того, где они находятся. Что поделать, если мод позволяет, значит мод. Положим их туда. Так, следующее, что я хотел сделать. Это залезть наверх. Залезть наверх. И у меня там еще были рецепты крафта. Да, у нас есть цистерна. Цистерна делается из стекла. Сделаем буровую установку. Так, я запомнил, как она делается, надеюсь. Надеюсь, я не зафейлю. Как в прошлый раз. Ну, зафейлил немного. Сделаем буровую установку. Сделаем цистерну. И сделаем помпу. Стоп. А где у меня рецепт...
Блин, ребята, извиняюсь. Так, ну, за алмазу девчонка показывала, как делать. Так, красные факела есть у меня. Так, красные факела. Цистерны и алмазы шерстяня. У него получается перерабатывающий завод. Он нужен для того, чтобы сделать из нефти, как это называется, топливо, я не знаю. Ладно. Так, оставим это здесь. Сейчас сделаем. У нас же есть железные шестерни. Так, нам всего надо 2000, то есть немножко. Нам незачем. Так. Сделаем сейчас себе шестерни. Потом берем немножко редстоуна. То есть там не нужен как раз. Нам нужны поршни. Я сделал немножко. Они легко крафтятся. И у меня будут ресурсы. Так, два поршня. Стекла и сделаем сейчас себе ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Два ДВС там и хватит. И сейчас, да, лес гивей, как я обещал, увеличил в объемах. Сейчас возьмем немножко булыжничка, у меня его вообще мало осталось. Для начала хватит. Блин, ради песчаника сбросился. Замечательно вообще. Это нехорошо, баги то, что у меня идут. Так, где? Все, песчаник есть. Песка у меня просто идет в больших количествах, поэтому мне его все равно девать некуда. Я решил его использовать здесь. Да. Все хорошо, все запитано, все замечательно. Второй ДВСчик у нас пойдет как для металлургической шахты. Провода. Золотые провода, они крафтятся очень легко. В принципе, даже, я думаю, считаю, что рецепт крафта не нужно показывать. То есть золотая труба. Золотая труба, два золота и стекло. Это вообще элементарно. Каменная труба, это два булыжничная труба. То есть, как это? Транспортная труба из булыжника. Крафтится она вообще легко. То есть, два булыжника и стекло. Как сделать водонепроницаемую трубу? Думаю, все знают, я высадил тут кактусы. Кактус пережигается и получает зеленый краситель. Из зеленого красителя получается как раз то, что... Так, заполним как раз это сейчас в электропечь и будет питаться. Тем не менее, у нас все и хорошо идет. Смотрите, у нас запитано все. А, потому что здесь есть. Ладно, хорошо. Буду знать. Макс инчат левел. Хотя бы одну книжную полку мы сделали. Сможем, да? Давайте поспим. Пойдем поубиваем коробок. Корову. Да. То, что в этой серии я сделать не смогу. Перерабатывающую станцию. Да. Вот. И поэтому пойдем поубиваем коровок, и чтобы сделать хотя бы одну зачевательную полку. Если хотя бы всего три кожи надо. Оп, мышка глючит. И, блин, серьезно, нам надо уже идти в сторону зачевания. Я же говорю, тут много коров, просто для нас крыши. Убить их будет вообще замечательно. Кстати, я не знаю, с чем связан баг, то что у меня остались эти лучи, а чтобы сделать эти лучи, там нужно небольшую манипуляцию перевести всего. А то есть надо, как это называется, рядом с синим факелом, когда его ставишь, поставить красный факел. И получается, что у нас сразу разметка идет на 64 на 64. Вот такие вот пироги, ребят. У нас очень много коробок. Даже не знаю, всех убью. А, я беспощадный. Так, убить. Убиваем коров, что я могу сказать. Периодически подлагивания идут. И по-хорошему мне надо переустановить никам, потому что я говорю, периодически идут подлагивания. И во время подлагивания у меня может быть
какой-то кряк случится, и голос горят записаться, как было это в одном видео. Так, подлаги в нем было настолько жутко, что мне пришлось перезапускать вообще компьютер, я не знаю. Это, наверное, сам Гейб меня проклинает. Ой, Гейб. Блин, ну кто создатель Майнкрафта на данный момент я? Кто человек, который сейчас управляет Майнкрафтом, кому он принадлежит по правам этим? Блин, не знаю. Все, закрыли тему. Толком не смог сказать вот этот дурь лупень. Вот, сейчас. Ну, 27 кожи, хорошо. Сейчас бежим, и сейчас задача это сделать полку. Да ВСник у нас до сих пор лежит. Хотел сказать также то, что я не включал ни разу здесь ГМ и даже вещицы не открывал. То есть как был мир. В том плане то, что мир ни разу даже для сети не открывался, чтобы активировать сети. 27 надо ставить, да. 9, то есть 3 книжных полки. Это даже замечательно. Делаем себе листы бумаги, из них делаем книжные полки. Все то, что нам не нужно, складируем сюда. А полок уже делаем себе вот образом. Себе книги. Вот и хорошо. Библиотека. Там даже очистить дали. А, не, а-за-за. Так, оставим одну книжную полку. Чинить. Ох, ура! Так, но зашивать больше мы не можем. Так, ставим еще одну. Зашивать мы можем? Хотим два. Два можем зашивать, а три? Три можем зашивать. Хорошо. Так, в принципе, мне пока хватит. Даже это, давайте это... А, нет, чинить не можем. Странно. Так, давайте еще одну книжную полку поставим, не знаю. Все равно она у нас была. А, можем. Так, гибель насекомых, значит, выбираем. И остроту 3. Остроту 3. И давайте еще 5. Вот и хорошо. Вот и славненько. Насчет брони. Надо починить ее все для начала. Так, что у нас тут? Защита надо побольше сделать. Хотя нет. Защиту надо сделать на нагруднике побольше. А это просто починим. Даже другой брони, защищающей меня настолько сильно, у меня нету пока. Так, и теперь идем вниз. Я хотел бы показать. Нам как раз понадобится кирка на удачу 3. А сейчас я покажу. Во-первых, я докопал донизу здесь. Во-вторых, я сделал, ну, залил лаву, и тут озеро лавы было такое. Импровизированненько. Я добыл, здесь добывал, точнее, здесь обсидиан. До момента. Что ж, давайте пройдемся вперед и добудем алмазы, которые я нашел. То есть я когда копал туннель, я нашел алмазы и еще кое-что интересненькое, даже интереснее, чем алмазы. Как мне кажется, вот первая алмаза залежа. Сколько? Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять получается. С 5-10 выпал. То есть удачи на 2, с удачи 3. Замечательно. Кстати, надо было лопату реанимировать. Что это, ну ладно, сделаем сейчас изумрудную лопату и активируем и зачаруем ее. Алмазы мне сейчас нужнее всего, не знаю. В принципе, мне топор надо сейчас реанимировать, потому что у меня опыт пока позволяет. Сделаю алмазный топор и зачарую его. Так, а вот уголь. Уголь мне впоследствии очень сильно понадобится. С карьера у меня его не так много падает. Вот, но все же. Да, кирка не бесконечная, но все же. Кирка не бесконечная, но все же с алмазным буром можно копать. Надо, нужно копать. Вот еще. Вот виднеется еще один алмаз. Ага, я случайно тут один алмазик выкопал с без шелкового, без
эффективности, то есть без Киркина эффективность, но все же. Так, давайте я вернусь домой. А так, земля мне нафиг не нужна, давайте ее поставим. Вернусь домой, включу запись. Так, я уже дома. Хотелось бы сейчас реанимировать мой старый топор. Так, нет, не так. Вот здесь вот. Уголь зачем мне? Ага, вот, на единичку. Эффективность, так, хорошо. И ванила. Р, во-первых. И эффективность вообще по максимуму. Хорошо. Так, теперь его положим. И... Так, ты не справляешься, естественно, да? Понял, сейчас он... Так, у меня хватит резины. Я хотел бы экстрактор сделать на данной серии и завершить напоследок эту серию. Раз все можно и завершать. Экстрактор, да. А, в принципе, вообще элементарно делать. У меня есть 8. Ну, 8 заклинаного железа. 4 краника. Раз, два, три, 4. 4 краника, 8 заклинаного железа, там что еще от меня требуется? И электросъем. У меня есть вещи? О, скажи, у меня есть. Один латекс пережечь придется. Ладно, последний латекс, который я пережигаю. Давай, пережигайся. Есть. Давай, сейчас провод сделаем. Во-вторых, сделаем себе вот этого возьмем. Нет, это не надо. Так, блин, зачем? Все. И сделаем электросхему. Потом сейчас делаем небольшую такую фиговину. Краник оставляем. И получается у нас экстрактор. Да. Супер краник. Схема, да жути непродуманная. Куда бы его поставить, я даже не знаю. Жопа. Так. Так. Не знаю, блин. Так, короче, придется вот так вот сделать. Единственный вариант. В чем плюс экстрактора? То, что, смотрите, у нас есть 34 резины, и то, что при жарке у нас получается 1 к 1. А здесь в экстракторе, то есть у нас получается 1 к 3. То есть одна резина получается 3. Ой, одна, один латекс получается 3 резины. Я считаю, это очень выгодно. И последнее, что я хотел сделать, это ключик. Там 3 меди, олова. 2 олова, пожалуй, сделаю вот так вот. Сделаем себе медь. А, бронзу, извиняюсь. И переезжаем так. Так, 3, 4, 5. Еще. Еще 3 меди и 1 олова. Так, 3 меди сказал. Напоследок сделаю себе сейчас электрический ключик. А, энергия заканчивается. То есть мне нужен древесный уголь. Без него сейчас никак. Понял. Вот древесный уголь. На, питай, все. Да. Бронза, давай переправляйся, тем самым я сейчас блин. Так, у меня есть, да, есть 6 резин, я же говорил, все быстро происходит. Длинные провода. Электросхема. Электросхема, да, и... Так, мне же надо еще, да. Выдал? Ага. Хорошему еще 2. 3. 2 провода и сделаем длинный провод. Потом сделаем себе. Так, надо 4. 3 олова. Сделаем сейчас батарейку. Надеюсь, она нам понадобится. Я ничего не перепутал. Следующее, берем отсюда бронзу. Ключик, гаечный ключик, и если, насколько я помню, он крафтится таким вот образом. Нет,
Вот, да, я ничего не перепутал, надо же. Так, запитаем ключик. Хорошо. Ключ мне впоследствии понадобится. Кирка мне казалось даже не нужна. Да, и впоследствии больше никогда не пригодится. Так, что бы еще сделать на этой серии? А, да. Сейчас самое время переделать из генератора. У меня же есть еще. Я же, по-моему, пережигал еще уголь. Пыль. Печально, на самом деле, печально так. Три угля возьму. Сейчас это сделаю вот таким вот образом. И сделаю из него последнюю батарею. Еще одну. Ой, верну давай. Солнечную батарею. То есть, раз-два-три. У нас получается 12 надо. 12, то есть, это сюда 2 и сюда 2. Так, хорошо. Экстракт не подведи. Спасибо. Возьмем, сделаем вот так вот. И резину. К следующей серии я, наверное, подготовлюсь и сделаю намного больше панелей. И сделаю даже небольшую, так сказать, небольшую площадочку. Оп, это был звук, то есть у меня не хватает электричества, хозяин, помоги. Так, я все сделал. Переплавь. Еще один уголь, да, пожалуйста. Да че же за геморрой такой? Один интересный уголь, последний, который я пережигаю. И все сразу питалось. Давай еще один. Да, все. Колупаем генератор. Генератор. Три железа. Ой, три стекла, пульная пыль и электросхема, солнечная панель. Две солнечные панели. А одна солнечная панель, насколько я помню, она вырабатывает один, по-моему, единиц джойстик. И напоследок я сделаю портал в ад. Сделаю это для того, чтобы можно было ходить за угольной крошкой, ой, за цветокамнем, который понадобится мне в дальнейших механизмах. И зажечь его надо. У меня же был крем. Так... Я знаю то, что тебе не хватает энергии для того, чтобы зажигалка. Последствия я сделаю много. Так. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Мамору. Всем удачи, всем пока. Всем тортик. Не забывайте также подписаться на мой канал, ставить лайк, если вам понравилось видео. А на канал подписаться, чтобы ничего не пропустить. Всем удачи, всем пока.